Да, работают, но они результатом недовольны, крутят что-то под Да, себя. да, да, да. И вот пусть они не смогут ничего построить, потому что, ну, не выйдет. Теперь на квантовом уровне все заполнено нашим сознанием. Давай учись, чтобы не я один это делал. Теперь новое квантовое сознание заливается и уже заливается по нашим правилам, по нашим образцам. Дима, делаешь то же самое, что видишь. Я сейчас не могу вообще, я пьяный. Хорошо. На тебя Да, соплю повесили. компы стопорят, Илья, процессы. Да. Они сличают результаты квантовых вычислений с аналогом, с итогом. Понимаешь, что что-то не так? И смотри, что дальше делают. Где у них идет вот этот вот эталон, образец? Они какой-то сигнал посылают, типа пингуют, и квантовый комп должен выдать определенный ответ. Почему не совпадает с тем, что у них записано? Где это у них это записано? Это нужно стереть. Где они проверяют, достаточно ли извращенный квантовый комп, чтобы он... Я понял тебя. Достаточно ли он Сейчас. сможет ломать нашу Вселенную, оцифровывать? Сейчас найдем. Смотри, сейчас сколько квантовых компов меня атакуют. Что они со мной пытаются делать, моим сознанием и волей? А воли блок. Что-то выгружают в тебя, Илья. Смотри, что и откуда. И как они меня нашли условно. Они же не в человека вгружают, во что-то другое. Что они пытаются переформатировать, снова оцифровать? Вот я залил туда мое сознание, и они сейчас пытаются восстановить то, что у них не получается. Вот это пространство, где они вычисления ведут. Как они его пытаются снова себе подчинить и сломать? Я вижу сетку, они подключили это. Лондон, Пекин, Ватикан. Сигналы идут. Сожги эту сетку, то же самое. Покажи малышу, если хочешь. Пытаются восстановить квантовые компы, которые вели религия. Компартия тоже религия. Коммунизм. Вот то, о чем мы говорили, когда синие сожгли всю, все сервера. Малыш сказал, он сможет согласовать их с тобой, чтобы они тебе не херачили, подчинились.
Да, ну я... Ты смотри, как они наступают. Малыш-то справится, ты учись. Защищать сначала меня, потом и себя на квантовом уровне. Что происходит, как ты видишь? Я что-то вижу Тор. Тебя вижу в виде Тора активного. Так, так и есть на некотором уровне. Вот на том уровне, с которым они со мной, скажем так, взаимодействуют, долбят. А теперь смотри, что они делают с этим Тором моим. Они, знаешь, как пытаются развернуть динамику. Переполюсовка. Ну, сейчас идет метод подбора для внедрения. Они еще это не сделали, они только частоты долбятся. Частоты ищут, куда и куда внедриться, да. В двери стучат. Ну, вообще зона атаки это центр Тора, чтобы Тор начал вращение в обратном направлении. Ну, понял, развернуть. Как раньше было. Он прям цвет меняет на красный, а сейчас он синенький. А вот смотри, откуда идея идет. Кто главный, чтобы Тор в другую сторону вращался? Они же пытаются на весь Тор, реально Тор, а не только на нашу вселенную, да, влиять. Вот кто им дал такое право? Как это окошечко закрыть, смотри. Где находится тот квантовый комп, который сейчас долбит в центр Тора? Пики, наверное, я узколазых вижу. Меня что-то в сон вырубает или... Все, ладно, перерыв. Дальше сам. Я Тима, русский. привет. Да, отдохни. Это точно тебя в сон вырубает? Просто я заметил такое, как мы только подталкиваемся к чему-то интересному, начинает сон. Да, как такое воздушное сопротивление, как магнит. Знаешь, и нужно его продавить, и потом... Это некое сопротивление, причем даже не рой, это, ну, скажем так, вселенная. Тот ход событий, инерция, которую мы скоро переломим. Потом мы переламываем, и оно идет. То есть нужно иногда чуть-чуть продавить даже. Это не какие-то структуры врага, это другое. Так, поэтому что делаем? Дима, поздравляю тебя. С чем? Ну,
Тебя это почтили, удостоили очень высокой награды, где-то буквально третью, не то что последнюю, а предпоследнюю почти, медузку нашли, на тебя повесили, смотри. Мона, что видишь? Ничего не вижу. Понял? Как сопляк какая-то была на тебе. Что ж я ее так не видел-то? Не знаю. Кто же за какие заслуги-то, а? Я же Да, скромный обычный. ты сам где-то Хофер. шаришься и цепляешь. Ну, вообще, я сегодня видел с утра ночью структуры, кто за деда приходит. Ну, кто И там и... увидел, Да. там шайку такую интересную. Угу. И вот войнушка такая небольшая была, отправил туда всех, кто свободный будет. Хорошо. Ну, они почти все сломали, почти.